Господи, если ты там не очень занят, дай мне силы смотреть глазами, взгляда не отводя. Тут пишут укрытие, там укрытия, так и житя. Дом сминается, как коробочка из картона, под завалами из бетона бабушка Галина. На ее телефон проходят гудки, но молчит она. Скоро в Донецке будет совсем весна, запах ландышей и жасмина. Господи, дай мне силы не отвернуться. У пацаненка из Мариуполя глаза как блюдца. Он говорить разучился. Что-то мне, Господи, не пишется, не поется. Дедушка из подвала выходит на солнце, просит воды, свечей.